Цель каждого тренера – воспитать чемпионов и помочь им достичь всех высот в спорте. Тренер детской юношеской спортивной школы «Лидер» поселка Кяхулай Мама Мамаев ставит перед собой не только эту цель. Для него еще важно и то, какими станут людьми его подопечные. Поэтому он работает над их воспитанием, учит почитать родителей и уважительно относиться ко всем окружающим. Джеб, джеб, раз, два. Потом я кидаю, смотрите, он правый, правый прямой, он уклоняется от моей руки. Заходит левый боковой. Ясно? Житель поселка Кяхулай Мама Мамаев в столь молодом возрасте уже имеет титулы чемпиона мира и Европы, а также множество международных и российских турниров. Под руководством известного в Дагестане тренера по кикбоксингу Шамиля Кадиева он достиг немалых высот в спорте. Сегодня, став тренером, он намерен весь свой накопленный опыт передать подрастающему поколению. Когда начинаешь детей тренировать, ты смотришь на каждого ребенка и в каждом ребенке ищешь что-то, конечно, то... Смотришь и думаешь, что бы ему дать, какую правильную работу ему дать, на что ребенок способен, талантливый ребенок. Бывает, люди, бывают дети талантливые, бывают дети неталантливые, но у них есть, бывает же, вот, просто кипит желание, чтобы выступать. Тренировки Мамаева заключаются не только в отработке ударов. Как тренер, он работает с детьми и психологически, проводит с ними поучительные беседы и даже следит за их учебой, требуя с них читать побольше книг. Как говорит он сам, для него не столь важно натренировать подопечных, а сделать их воспитанными и мужественными людьми. Месяц один раз, две недели один раз. Бывает такой процесс, вот дети приходят на тренировку, переоденутся, сделают разминку, они садятся, и я, допустим, с ними веду уже определенный какой-то диалог, да, как нужно себя вести, как, к чему нужно стремиться. Помимо как бы махать руками, все не заканчивается, есть много других моментов тоже. Не все заключается тем, чтобы ребенок умел махать руками, ногами. Нет, этим все не заканчивается. Ребенок должен развиваться во всем, я бы сказал, да. Все маленькие спортсмены спортшколы «Лидер» лестно отзываются о своем тренере. Многие родители отмечают его чуткий и индивидуальный подход к каждому ребенку. Придя в этот зал, дети уже не хотят идти на другие тренировки. Мне лично его тренировки, как тренирует, как готовит детей, нравится. И кроме тренировок, он с ними и занимается психологически, там, что хорошо, что плохо, детям объясняет. Лично мой сын, моему сыну нравится, как тренер, этот, Судаха, я многие места предлагал своему сыну, он нет, говорит, только, говорит, Мамаев, мама, хочу, говорит, идти вот, только и сюда. У подопечных Мамаева уже неплохие результаты в спорте. Некоторые из них уже стали призерами российских и республиканских турниров. В будущем они намерены достичь еще больших успехов. Стоит отметить, что из Кяхулайской школы кикбоксинга вышло немало выдающихся спортсменов, занимавших самые высокие места. Может быть, в будущем воспитанники тренера Мамаева Мама также будут прославлять этот зал в мире спорта и не только. Абдулла Алиф, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.